Уехать из ЖК Солнечной системы и вернуться обратно теперь можно быстрее. По маршруту 1274К пустили еще один автобус, что позволило сократить время ожидания общественного транспорта. Об этом просили местные жители. В администрации города отреагировали. В настоящее время на маршруте работает 7 автобусов. Из них 5 автобусов – это малого класса микроавтобусы, 2 автобуса среднего класса. Таким образом, интервал движения автобусов был сокращен. Благодаря тому, что количество автобусов увеличилось с 6 до 7 единиц, интервал движения стал меньше, и в часы пик утренние автобусы отправляются каждые 8 минут. Дневной интервал движения остался без изменений, автобусы отправляются каждые 20 минут. Вечерний интервал движения также сокращен, и с метро Ховрино жители смогут доехать до дома еще быстрее.